ансамбля «Чакр» Юлия Осенева. Вот, я не знаю, почему она не вышла. Мы тоже поаплодируем. И я рада представить нашу ведущую Веру Лобовскую. Она всегда очень хорошо ведет, а вы танцуете. Благодарим вас за то, что вы пришли сегодня к нам. Было очень приятно. Мы каждый раз сомневаемся, сколько придет людей, потому что мы, естественно, как-то мало себя рекламируем пока, но я надеюсь, наше искусство не нуждается.